Акция «Чудо-елочка», которая проходит в детском саду номер 18 «Росинка» в нашем муниципалитете – это давняя и укоренившаяся традиция. Подарки в новогодние праздники дарят детям с ограниченными возможностями здоровья уже более 10 лет. Акцию провели волонтеры из «Молодой гвардии» вместе с депутатами, избранными в местный совет от партии «Единая Россия», а также с представителями трех коммерческих организаций, которые откликнулись на призыв волонтеров и выделили финансовые средства на подарочные наборы. 10 из них для своих детей получили родители сами, а все остальные, их более 80, волонтеры привезли прямо в детский сад. На этот раз акция такая же масштабная, как и в предыдущие годы. Удалось собрать более 90 подарочных наборов. Сегодня наша ежегодная акция «Чудо-елочка». Мы вручили аж 84 подарка для наших детишек с ограниченными возможностями здоровья. Ни один ребенок не остался без новогоднего сюрприза. Настроение, конечно, замечательное. Очень здорово, когда все дети счастливо остаются. Это, естественно, большой праздник и для детей в первую очередь. Позитивный день, позитивный праздник, потому что дети – это наше все. С Новым годом! Детский сад номер 18 «Росинка» – один из самых первых в Щелкове. Ему уже более 90 лет. Созданный в 1928 году при шляпной фабрике, он в 1995 году стал муниципальным, и именно тогда в нем начали работать первые группы для детей с ограничениями по здоровью. Сейчас в учреждении их более 300, здесь работают 13 групп компенсирующей направленности. Такие акции для нас означают то, что мы видим, что о наших детях заботятся, о нас заботятся, о том, что к ним подходят индивидуально, то есть вот то, что их интересует личность, что ребенку нравится, что это просто ребенок, которому нужно внимание и забота. В детском саду «Росинка» созданы все необходимые условия для коррекционно-развивающей помощи детям. Здесь трудятся логопеды и дефектологи, педагоги, психологи, есть кабинеты психологической разгрузки, сенсорная комната, коррекционный зал и помещение для занятий логаритмикой, где для помощи детям с ограничениями по здоровью применяются специальные тренажеры. Здесь делается все для того, чтобы детям было комфортно. Дети для нас – это самое важное в жизни. И мы должны каждый день нашим детям дарить свою любовь, добро, внимание и заботу. И это праздник – дополнительное проявление внимания к нашим детям. Андрей Цеходович, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.